Очень рады видеть вас на новой волне. По-моему, вы в первый раз здесь, или нет? Первый раз. Как юрмальские ощущения? Потрясающе. Здесь такое ощущение счастья, радости и беззаботности. Как зовут вашего великолепного питомца? Фрэнк Синатра. Боже ж ты мой! И как эта масечка перенесла? Вы летели самолетом или поездом? Нет, самолетом, но он привыкший у нас, он летает постоянно со мной на самолете. Мы поздравляем вас с юбилеем, с 18-летием очередным. Какой самый дорогой подарок вы получили? Ой, понимаете, для меня подарок дорогой – это понятие от всего сердца, от души. И подарки, которые люди тщательно, друзья подбирали, думали, зная, что это мне очень понравится, что я буду это носить, я буду это любить. Продолжаю получать подарки. Представляете, просто не все успели мне их вовремя отдать, я еще получаю их. А какая ваша самая главная женская слабость? Вот у кого-то туфельки, у кого-то украшения? У меня… Слабость женская. Я люблю, я много чего люблю, мне тяжело сказать. Но, наверное, все-таки, как любая женщина, я люблю красивую косметику. Дорогую, красивую косметику, которая делает нас моложе, красивее.